Номинация «Вокал. Младшая возрастная группа». В ней соревнуются юные конкурсанты в возрасте от 5 до 11 лет. И сейчас выйдет на сцену Андрей Мовсисян. Это сын работника центрального аппарата Юрия Мовсисяна, который по совместительству является нештатным солистом кавер-группы «Баррель Бэнд». Но сегодня ситуация немножко поменялась. Папа Юрий находится в зале, а Андрей выйдет на сцену. Поэтому сегодня за семью Мовсисян будет болеть не только весь центральный аппарат, но и группа «Баррель Бэнд». Друзья, номер один. Очень волнуется, очень ждет вашей поддержки. Встречаем Андрей Мовсисян, центральный аппарат. Сможет и увидит без труда слепой каждый день, что будет нами прожит, озарим, давайте добротой, бескорыстно руку протяните тем, кого настигла вдруг беда, добрые слова вы говорите. Каждому нужны они всегда. Старайтесь быть добрее и сердечнее, благим делам не надо счет вести. Давайте все мы будем человечнее, лишь доброта сумеет мир спасти. Старайтесь быть добрее и сердечнее, благим делам не надо счет вести. Давайте все мы будем человечнее, лишь доброта сумеет мир спасти. Иногда совсем не так уж трудно исполнять заветные мечты. Чудеса творить, поверьте, можно с помощью любви и доброты. И от вас зависит, чтобы снова в обиходе доброта была, доброе и ласковое слово, добрый взгляд и добрые дела. Старайтесь быть добрее и сердечнее, благим делам не надо счет вести. Давайте все мы будем человечнее, лишь доброта сумеет мир спасти. Старайтесь быть добрее и сердечнее, благим делам не надо счет вести. Давайте все мы будем человечнее, лишь доброта сумеет мир спасти. За свои поступки мы в ответе, и от нас зависит все сейчас. Будущее — это дети. Взрослые, мы учимся у вас. В суете сует не забывайте, человек в семье берет исток. Доброте детей учить старайтесь, это самый лучший ваш урок. Старайтесь быть добрее и сердечнее, благим делам не надо счет вести. Давайте все мы будем человечнее, лишь доброта сумеет мир спасти. Старайтесь быть добрее и сердечнее, благим делам не надо счет вести. Давайте все мы будем человечнее, лишь доброта сумеет мир спасти.